Каждый работающий казахстанец может получить жилье по новой ипотечной программе главы государства Нурсултана Назарбаева 7-20-25. Жители страны смогут получить ипотечный заем в тенге на следующих условиях. Ставка вознаграждения по кредиту не более 7% в год, первоначальный взнос не более 20%, срок предоставления кредита до 25 лет. Кредиты по новой ипотечной программе будут предоставляться только в национальной валюте. Решение жилищных проблем, то есть мы приближаемся к тому, что действительно доступное жилье. И вот в чем доступность жилья проявляется, даже если вернуться к формуле 7-20-25, то уменьшена величина первоначального взноса, она более подъемная. Далее ежемесячное вознаграждение не более 7%. И, будем говорить, стоимость квадратного метра жилья – это уже не высокая коммерческая стоимость, а уже приближенная доступности.